Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы высказать свое мнение по поводу набирающего все более и более масштабы конфликта в связи с тем, что Усик и Ломаченко снялись в фильме, который как бы на мнение патриотов украинских, а по большей части парахоботов, является пропагандой единения России и Украины. А самое главное, хотел бы высказать мнение в связи с тем, что началась кампания травли Усика, Ломаченко. Начали вызывать, так сказать, на дуэль Усика. Считают, что более дурного и бесцельного занятия, чем вот это переливание с пустого в порожнее, нету. Считают, что этот Усик, что Ломаченко, что те, кто вызывает их на дуэль, так сказать, это люди, которые тратят просто свое время, мягко сказать. Что этому Ломаченко, что Усику, что тем, кто вызывает их на бои без правил, там еще куда-то. А слабо вам вызвать олигарха какого-то на дуэль? Слабо вам сказать это Коломойскому, Пинчуку, Медведчуку и еще там сотни тысячам этим прислужникам олигархической системы в Украине? Вот так и собачитесь между собою. Считают, что люди, многие, которые достигли и достигают чего-то, тратят время на пустое занятие, на пустую трату времени. Собачатся еще раз между собою. А реально вызвать на бой, кинуть перчатку в лицо истинным врагам Украины, истинным врагам своей родины, таким как олигархи и олигархическая система, им слабо. Киньте перчатку Медведчуку, Суркису, Коломойскому, Порошенко. Нет, им слабо это сделать. Они будут между собою лбы себе бить, но никогда не выступят против истинных врагов. Потому что я считаю, все вот эти люди, которые тратят свое время на пустое занятие, они все зависимы, или вернее большинство из них зависимы от олигархических кланов и олигархических систем. И им слабо кинуть перчатку истинным врагам своей родины. Считают, что мой вывод, правило, которое говорит «разделяй и властвуй», и по сегодняшний день действует. И это правило, я думаю, еще и будет действовать долго. И вот эти споры, вот эти все вызывания на дуэль, подтверждение этому всему. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение в комментариях. Всем благополучного дня!